Sabah hayır olsun. Ko gününüz çeketin parlak renklerlen, yeni buluşmaklarla sağlık, sevinmelik, iyilik hem usluluk size. Sabah hayır olsun Gagauzia. Бүгін студиямызда бар мұсафир, ол келді бізге Гагаузияның регионал ресім галереясындан Любовь Гаврилова, о галереяның юндержісі. Любовь, доброе утро. Доброе утро. С каким настроением сегодня проснулись? Отлично. Весеннее настроение, да. Хоть и погода нас чуть-чуть не радует. Еще весна наступила, но не совсем холодно еще. Почти. Любовь, сегодня в художественной галерее города Камрата откроется выставка «Весенняя». Что это за выставка? Кто принимает участие? Выставка посвящена женщинам, женщинам-художницам из Гагаузии. В ней принимают участие 10 художниц, а также в этой выставке в этот раз являются дебютантками 3 девушки, которые находят время для творчества.
Сколько картин будет выставлено? Понятно, что тематика весна, но что будет на них изображено? В основном изображены цветы весенние, весенняя тематика. Женщины только художницы Гагаузии или есть и из других стран, зарубежные какие-то? Нет, так как выставка традиционная, но она традиционная для женщин Гагаузии. Да, март у нас насыщен такими женскими праздниками. Да, встречаем 8 марта. Ваша выставка продолжает это весеннее настроение, праздничное настроение. Только цветы. Цветы всегда окружают женщин. Все мы их любим. Работы в каком стиле будут выполнены? Работы выполнены натюрморт. Присутствуют натюрморты, пейзажи, абстракция. Работы выполнены в основном маслом, а также при помощи мастихина. Мы можем обратить внимание, что особенно цветы получаются шикарно, красиво, да? Потому что у мастихина есть свой, так скажем, плюс, который придает цветам объем. А дебютантки — это кто? Мы о них знаем или они вот первый раз, вообще в первый раз Гагаузия о них узнает? Да, я думаю, что об одной дебютантке Гагаузия уже знает посредством интернета, она выкладывает свою работу в интернет, а две другие дебютантки, они в первый раз, это будет их первый выставочный. Какие работы они подготовили для жителей? У них в основном натюрморты, также присутствуют цветы. Весенняя такая тематика, интересная, теплая. Вы когда организовываете эти выставки, ставите какие-то четкие задачи? Или вот говорите, надо нарисовать там вот это, цветы, там, я не знаю, натюрморт? Либо сам художник только знает тему, сам уже додумывает, сам придумывает, такая свободная тема или нет? В данном случае в приоритете были работы, выполненные на тему весны. Вот. И девушки подготовили, они выбрали, отобрали работы из своей коллекции и предоставили их нам. А, то есть кто-то только нарисовал, у кого-то что-то было? И вот да, они готовились очень тщательно. У кого были работы не оформлены, они быстренько их оформили, дабы принять участие. Насколько охотно вот художники соглашаются? Сейчас вот нелегкое время, и ковид, и все остальное. Вот соглашаются вот такие выставки устраивать? Это просто нелегкая работа. Действительно нужно готовиться. Я думаю, что период карантина дал побольше времени, скажем так, художницам для развития творчества. И вот они даже говорят об этом, что именно период карантина помог им сделать рывок в своем творчестве. Насколько часто жители интересуются художественной галереей, приходят, спрашивают вот, работы, выставки, может быть? Да, приходят классами. От мала до велика, то есть и маленькие дети, и старшеклассники приходят. Бывают приходят с классами, бывают и одни приходят. То есть интересуются? Интересуются. Да? Также есть у нас еще взрослые люди, которые тоже интересуются, приходят часто. Есть постоянные посетители. А как часто устраиваются в галерее вот выставки разной тематики, не только весенние? Да. Выставки открываются каждый месяц. А на какую тематику? На свободную? Нет, это бывают персональные выставки, это бывают сборные выставки, это бывают выставки из фондов художественной галереи. Я думаю, что пришла пора позвать всех жителей на очередную выставку. Пусть сами посмотрят, мы немного рассказали, какие картины, какие художники. Пусть сами посмотрят своими глазами на ту красоту, которая окружает вокруг нас. Хочется пригласить всех жителей автономии и гостей принять участие в сегодняшней выставке, которая откроется в 11 часов. А мы вам тоже желаем, чтобы ваша выставка прошла успешно, как можно больше посетителей, и чтобы на этом не останавливались и радовали нас своими достижениями еще и дальше, и дальше. Спасибо. Сайгал Сирачлер, бизим программа мы с Иллер Лиер, Калым Зимнен, Гарате каналында.
için sen benim yanımda. Gözlerim ateşlenir, içimde kim sevinir. Ders sıkılındırdan geçir. Bak 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 bana, gel gel yanıma. Bu akşam villa olacağız, yaşamayı sevineceğiz. Bak 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 bana, gel gel yanıma. Bu akşam villa olacağız, yaşamayı sevineceğiz. Sen de benim yanımda. Vakıtı bu durgutma. Yıldızları seyretme. Bak 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 bana, gel gel yanıma. Bu akşam villa olacağız, yaşamaya sevineceğiz. Bak 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 bana, gel gel yanıma. Bu akşam villa olacağız, yaşamaya sevineceğiz. İsterim sana sarmaşma. Açılsam benim yanında. Gözlerim ateş yanır, İçim pekim sevinir. Ders yıkılım birden geçer. Bak 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 bana, gel gel yanıma. Bu akşam villa olacağız, yaşamaya sevineceğiz. Bak 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 bana, gel gel yanıma. Bu akşam villa olacağız, yaşamaya sevineceğiz. Somebody.